Акция проводится с 2020 года. Ее цель – высадить дерево в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В этом году зеленые памятники вновь появятся не только во всех регионах нашей страны, но и за рубежом. В сквере имени Гагарина было высажено 30 деревьев липы и клена. Задача акции – не только сохранить и восстановить лесной фонд, но и создать зеленые памятники в честь погибших. Не с точки зрения памяти, хотя это важнейшая составляющая, но и с точки зрения вообще высадки деревьев в Оренбургской области, мне кажется, такая очень-очень важная стратегическая задача. Акция у нас будет происходить не единственный день, и сегодня в разных местах. У нас ребята, молодежь, там, не знаю, кадеты, депутаты, абсолютно все участвуют в этой акции. Я надеюсь, что нам удастся как можно больше высадить деревьев. Тем более в преддверии замечательной даты 9 мая. На сегодняшний день совместными усилиями было посажено более 100 миллионов деревьев. Сад памяти – это движение, которое объединяет сотни тысяч небезразличных жителей России и всего мира вокруг увековечивания памяти о жертвах Великой Отечественной войны. Акция нужна. Это чтобы наши потомки знали. Недаром еще в наши далекие времена хотя бы сажали вот такие деревья, на них вешали еще и таблички. Или кто посадил, или в честь кого это дерево было посажено. Это вот, кстати, его зарождать надо. Принять участие в акции «Сад памяти» может любой желающий. Достаточно открыть сайт проекта и следовать простой инструкции. Откройте карту и выберите свой регион в верхнем левом углу. Кликните по точке на карте. Так вы узнаете, когда акция состоится именно в вашем городе и к кому обратиться с интересующими вас вопросами. Зарегистрируйтесь на акцию. От вас понадобится только электронная почта. Приезжайте в назначенное время. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал предоставляют организаторы. Валерия Понасова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.